Здравствуйте! Нам нужно решить способом сложения следующую задачу. Сумма двух чисел равна 70, а их разница 24. Какие это два числа? Сначала разберемся вот с этой частью предложения. Составим для нее уравнение. Итак, сумма двух чисел. Назовем эти числа x и y. Тогда сумма x и y равна 70. Именно об этом и говорится в первой части предложения. Во второй части сказано, что их разница равна 24. А это значит, что x минус y равно 24. Мы полагаем, что x большее число, а y меньшее. И если мы отнимем от x y, то получим 24. Теперь у нас есть система двух уравнений с двумя переменными. И нас просят решить эту систему способом сложения. Так и сделаем. Если мы сложим эти два уравнения, то в левой части будет y минус y. И в результате сложения они сократятся. Значит, если мы просто сложим это уравнение, мы устраним переменную y. Давайте так и поступим. Сложим левые части уравнения, и у нас получится x плюс y плюс x минус y. Y сокращается, и остается только x плюс x, а это 2x. Теперь сложим правые части. 70 плюс 24, а 70 плюс 24 – это 94. Напомню, что операция сложения двух уравнений не новая для вас. Мы всего лишь прибавляем к обеим частям одного уравнения одно и то же значение. Например, мы прибавляем 24 к обеим частям верхнего уравнения. К правой части мы безоговорочно прибавляем 24, но и к левой части мы в принципе тоже прибавляем 24, так как согласно второму уравнению x минус y это то же самое, что и 24. А значит, мы прибавляем одно и то же значение к обеим частям верхнего уравнения. В случае с правой частью это значение 24 в явном виде, а в случае с левой частью это x минус y. В результате мы избавились от y. Итак, мы получили вот такое уравнение 2x равно 94. Разделим обе части выражения на 2, и у нас останется x равен 47. Теперь мы можем вместо x подставить 47 в любое из первоначальных уравнений и найти y. Возьмем первое уравнение 47 плюс y равно 70. Отнимаем 47 от обеих частей выражения. В итоге остается y равен. А чему это равно? Это равно 23. Мы можем проверить, правильно ли мы все сделали. Если мы сложим эти два числа, 47 и 23, то получим действительно 70. А если мы вычтем из 47 23, то получим 24. Таким образом, значения 47 и 23 удовлетворяют обоим уравнениям системы. На этом все. До скорой встречи!